Здравствуйте, друзья, с вами Юрий Тик-Так Мир. Продолжаем обзор японских часов. И сегодня мы с вами посмотрим на японскую механику. Это Citizen Automatic. Автоматическая модель. Моделька, скажем так, среднего ценового диапазона и среднего уровня из японской механики, если говорить именно от компании Citizen. Не так давно мы с вами обозревали модельку с черным циферблатом. Она была подороже. Это модель NP4850L. Является немного более дешевой модель. В первую очередь за счет немного другого механизма по качеству оформления, по качеству полировки, по дизайну, да и вообще по внешнему виду, мне даже эта моделька нравится больше. Давайте посмотрим поближе и, как всегда, начнем с описания материалов, используемых в этих часах. Корпус стальной, практически он матовый весь, очень хороший матовый браслет. Не знаю, как вам, мне нравятся такие браслеты, я такое люблю. Есть небольшие глянцевые вот вставочки, вы видите, в том числе немного глянцевые. Есть на торцах застежки, сама застежка матовая, немного глянца с торцов, раскладывающиеся, штампованные, и немного глянца также мы с вами можем увидеть, значит, на правой боковинке, на левой грани, глянцевый безель и немного глянца также на самом циферблате, поскольку метки очень хорошо полированные и отлично отражает свет солнечный. Браслет литой полностью, но поставить сюда ремень, друзья, не получится никаким образом, потому что своеобразное крепление браслета к корпусу часов. Стекло на часах стоит сапфировое, здесь односторонний антиблик, в жизни бликов на самом деле не так много, как у вас сейчас на картинке. И мне очень нравится то, что часы относятся к средней ценовой категории. Я вам забыл показать ярлычок NP4850L, 50 тысяч японских йен, то есть примерно 25 тысяч рублей или примерно порядка 500 долларов американских. Данной модели мне очень понравилось оформление циферблата. Скажу сразу, что на свои деньги они не выглядят, все-таки они стоят дороже. Помимо прикольного такого подушкообразного шли корпуса, интересного достаточно, согласитесь, дизайна, часы имеют хороший циферблат, синий, с отличным глише, накладными качественно полированными стрелочками, также люминофор есть. И обратите внимание, логотип Citizen также накладной, стальной, надпись автоматик краской, но совершенно не выбивается из общего дизайна. И обрамление даты и дня недели, также стальное окошко, все очень красиво, гармонично. Стрелочки с люминофором, по-моему, все это выглядит очень-очень хорошо. На руке часы сидят прекрасно, несмотря на такие немаленькие размеры по цифрам. На моей руке 17 сантиметров, выглядит, я считаю, отлично. Что касается размеров, диаметр по безелю составляет 40 миллиметров со всеми выступами полностью, это 44 миллиметра. И толщина 11 миллиметров, как бы не маленькие цифры, но, повторюсь еще раз, на руке часы сидят просто превосходно. Люминофор на часах стандартный, светит красиво, хорошо, но, конечно же, недолго не ярко. Долго и ярко светит у нас только третий, и не нужно питать каких-то особых иллюзий, когда производитель говорит, что поменял люминофор, сделал его более мощным, более долговечным. Все это, конечно же, ерунда. Осталось добавить, что часы имеют водозащиту 100 метров и механика, калибр 41-50, 21 камень. Через заднюю крышечку, заднее стекло, мы можем наблюдать за работой механизма. Небольшое декорирование есть, в принципе, все красиво и неплохо. А в этом механизме нет стоп-секунды, друзья, кому она нужна, учтите это. И когда мы выдвигаем с вами часы на второй щелчок, секунда не останавливается, она продолжает ход. То есть, кому это принципиально, учтите. Давайте посмотрим, как переводится дата, и будем заканчивать. Напомню, что здесь есть и дата, и день недели. Это, я считаю, очень даже классно. Наличие и даты, и день недели в механике. По-моему, это реально супер. Мне это нравится. Как вам? Пишите в комментариях. Вот у нас, значит, был полдень, и сейчас мы с вами будем наблюдать, как будет переводиться дата. 9 часов. Давайте внимательно смотреть. Я вижу, что дата уже пошла, то есть где-то 10:30 пошла дата. Переводится она очень активно и практически в 12. Без 5, без 7, 12 дат перевелась. Пошел теперь день недели переводиться. Сначала японские иероглифы. И где-то к 3, к 2:30 у нас перевелись на английскую раскладку. Такой механизм хороший, я считаю, достаточно. Citizen вообще делает хорошие японские часы, в том числе механические. Важно не заблуждаться, что только кварцевые они делают хорошие. Они делают еще и хорошие механические часы. Даже есть дорогущие за Citizen за очень-очень большие приличные деньги.
Друзья, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за внимание, хорошего настроения и носите самые лучшие часы. Всем спасибо, всем пока.